Расскажите, что можно сделать для привлечения невероятной популярности для своей музыкальной группы с помощью эзотерики. Пусть все, кто у вас в вашей группе музыкальной находится, пусть все эти люди во время концерта вы просто так сделают талисманы и вкладут в эти талисманы три перышка птицы. Павлин, наверное, да, три перышка птицы павлин, взятые у него из головы, из задней части головы, как бы корона павлина. Считается, что если человек вложит в талисман три передних перышка павлина и будет носить на себе данный талисман, это сделает его чрезвычайно популярным. Если же это будут носить все ваши ребята, то это сделает вас популярным. Сразу же вопрос, где можно приобрести павлиньи перышки? Их можно приобрести у меня на моем сайте, который называется Kailas-Market. Вы можете перейти по ссылке и там ничего не найти. Вы можете связаться со службой поддержки и сказать, что я бы хотела приобрести павлиньи перья, и мы вам пришлем. Перышки должны быть маленькие, и они должны быть исключительно взяты у мальчика павлина в тот период, когда у него эти перья самые красивые. Они продаются, у меня такие перья есть, сам я не нашел.